Всем привет и добро пожаловать на канал. Что ж, продолжаем играть партизаны 1961 года. На очереди 93-4 день, уже месяц получается. Как местного времени прошло. Давайте посмотрим, куда мы можем отправить наши задачи. Гранат F1, ну, рельсовая война. 7 по 2000 опыта дают. Кстати, почему бы нет? Блин, тут надо всех опытных отправлять. 30%, кстати. 25%. Не то. Тоже не то. 85%. Ну, почему бы нет, как говорится, да? Операция реагирования. 0%. То же самое. 25%, 50%, 75%. Ну, давайте так назначим. И... 100%. Все. Отправим в путешествие. Взорвали мы недавно мост. Интересно, что теперь будем взрывать? Гранаты выполнены. Отлично. Рельсобана готова. Заготовка готова. Оперативная регенерация готова. Давайте посмотрим, что а тут. Что у вас на груди под тулупом, Трофим Матвеевич? Награда? Вот сорока увидел. А посмотреть можно? За что? Ладно уж. Не покажу, ведь пристанешь как банный лист. Опа, да это же Георгиевский. А за что получили? За героизм. За первое, ну, нормальный ответ, за героизм. Хотя бы сказали бы за что. Так, ладно, у нас тут что, боевой дух? Ну, у нас так боевой дух высокий. О, кстати, у нас уровень подняли. Ах, очко. Открыть. Открыть. Пистолеты. Ну, тут я даже не знаю, что брать. Винтовки. Значит, сократить время зарядки оружия. То есть любого оружия, я так понимаю. Не думаю, что что-то еще подниму. Давайте хотя бы так сделаем. Ладно, давайте. Вдруг он будет подниматься уровень еще. Пропаганда. Давайте гранаты. Нам нужны гранаты. Рельсовая война. Странно, почему здесь сидит? По идее, она должна вместе со всеми идти. Ну ладно. Игра сохранена. У тебя спирта не будет? Не будет. Спирт в лагере только для медицинских нужд. Так мне и надо для медицинских. Болит что-то? Душа. Приколист. Гранаты. Мы взяли. Главштаб. О, кстати, уровень подняли. Кстати, а что у нас тут? Охота. А, давайте уровень поднимем. Вот это, конечно, я не совсем... Ну, нафиг, давайте вот это поднимем, потому что этим я не пользуюсь. Лучше уж там ножом пользоваться, чем этой штукой. Оперативное реагирование на патроны... О! О, кстати, это вот интересный трофим. Трофей, точнее, так. Еда у нас есть, так что... Двадцать пять, 50%, 75%. Ну а ты иди еду добывай. В
Все, дальше нам надо будет отправлять только на еду, потому что нам тупо еды не хватает. Ну, ты понимаешь, нам как раз скажут, куда идти в следующей миссии. Плохие новости. Волкову на мосту подорвались эсэсовцы. Все погибли. Так это же здорово. Значит, мы своим примером вдохновили кого-то на борьбу с оккупантами. Не вижу причин унывать. А ты подожди пару дней, пока от деревни головешки останутся. Глядишь, и для уныния, и для праведного гнева повод появится. Вот и я боюсь. Как бы фашисты на виде игрались на местных. ССовцы за своих люто мстят. Если что, мы придем людям на помощь. Держите нас в курсе. За счет деревню? Интересно, кстати. Где нас, мы только один раз защищали деревню, и все. Обычный, блин, еще один маузер. Нужен ли нам еще один маузер? Где у нас тут с хозяйством-то? Ёпростая, ну и оружие у меня тут. Так, это двухстволка. Это винтовка. Кстати, нафига ей эти патроны? Я не выложил патроны, что ли, после последней миссии? ППшка, пистолетик, ружье, винтовка. Это мы оставим, это все можно остально продать. Здесь, конечно, у нас хила. Так, с гранатами у нас как там дела? Тут водку надо добавить. Нифига себе, у нас тогда не вся водка есть. Странно. Давайте лучше, может, какое-то оружие получится. Мастерская. Вот, на оружие, наконец-то. Что у нас? Увеличивает вероятность попадания 10%, да? Да, не густо, конечно, ну ладно. Хоть что-то. Так. Да блин, не ту кнопку постоянно нажимаешь и все. Так, приготовить еду. Как я и сказал ранее, надо все на еду. Думаю, сейчас мы как раз отправимся на миссию. День боевого задания, да? Все. Рассказывай. Даже хуже, чем мы ожидали. Волкова немцы, а вместе с ними клятый гестаповец Зобер. Он главный фашистский палач. Про него таке рассказывать, что волосы дыбом становятся. Командир, вы вчера говорили, что мы защитим местных. Кроме нас им никто не поможет.
Я от своих слов не отказываюсь. Но противник опасный, поэтому спрашиваю. Есть добровольцы? Так точно. Запишу на свой счет еще одного гада. Посмотрим, кто первым до него доберется. Интересно, мы будем продать целой командой или нет когда-нибудь? День боевого задания. Так, давайте еще раз переработаем то, что у нас появилось. Блин. О, блин, нифига себе. Выбор тут не богат. Как боялся Василий, так, бла-бла. Так, давайте отправим остальных за едой. Где у нас тут хозяйство-то? Я хотел склад посмотреть. Так, мы это разобрали, у нас 60. Сокращает время перезарядки, увеличивает вероятность попадания. Блин, я хочу попадания, на самом деле, больше. О, отлично. Теперь можно идти в бой. Все, поехали. Дополнительная информация нет. Освободить жителей. Освободить жителей любой ценой. Все жители должны выжить. Как интересно. Капитан Зорин? Никитин? Знакомый? Комиссар? Никитин. Вы нас ждали? Нет, но я был на 90% уверен, что вы здесь появитесь. Ага. Сдается мне, что это вы подорвали солдат на мосту. Я уже давно охочусь на Зобеля. Нужно было выманить лису из норы. А о том, что будет с местными, вы не подумали. Как я уже говорил, я рассчитывал на ваше участие. А, не понял, это наш четвертый. Именно в таком порядке. Зная вашу репутацию, это я тоже предвидел. Фашисты собрали жителей у моста. Думаю, вместе у нас хватит сил их отбить. Так, давайте посмотрим. О, пистолет. А я, блин, пистолет разобрал. Ну, блин. Ну ладно, травм у нас нет. Так, навыки, посмотрим, что у него. Живой щит. Захват врага закрывает им как щитом, не получая урона. Для использования способности необходимо заряжать пистолет. Ну, на самом деле, говно. А это что у нас? Саперское дело, но опять-таки, такое. Нож необходим. Замечательно. Так, значит, надо вот эту штучку прокачивать. Блин, ладно, давайте пистолеты мы прокачаем. Ну, как-то так. Еще один чувак с ножом. А это у нас враги? Да, это враги. Тихо. А у нас ножик есть? Готовы рискнуть. Надо вспомнить, как я что делал-то. Противник поблизости.
Сейчас я понял, что нужно сделать. А что тут никак? Ситуация под контролем. Здесь враг. Что там? Детский готов в деле. Ну, или как-то так, да. По идее, самое главное то, что мы никого не ранили. Сохранять хладнокровие. Знал же, что еще кто-то будет с пистолетами, но я думал, что кто-то будет с пулеметами, а не с пистолетами. Ну ладно. Опасная дистанция. Опасная дистанция. Готов. По идее, миссия... смотри-ка. Тут еще что-то есть. Я думал, тут коротенькая такая миссия. Тут будет еще... да, я понял. Мы спасаем, а потом убиваем. Отомстим. Ай. Уберу его. Еще очко в нашу пользу. С расплатой достижений получено. Вот легко и просто делается. Из-за тупости проходит за минуту. Не хочу разбивать свой отряд. Зобеля пока что не видно. Может, он на другом берегу. Ладно, отведу и вернусь, как только сумею. Если мы разменемся, идите в Михайлова и найдите Василия Гавриловича. Он наш связной. Надо же. А по моим данным, он имеет антибольшевистские взгляды и кшается с полицаями. Никогда бы не подумал, что он партизанский связной. Слушай. Даже так, нас кинули. Ребятки нас кинули. Патроны взяли, это взяли. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть работа. Нифига, церквушка. Как переправиться? Так, я это понимаю, где-то здесь. Я за весла. Нашел таки. Я не подведу. Слушай. Тише, ше. Нифига, 375 опыта дали просто так. Сейчас уложу. Уничтожить противника за рекой. Интересно, здесь нельзя, да? Сейчас тут поболтают наши чудики.
разойдутся и потом нападем. Этих легко можно убить одним выстрелом. А то там один фашист в доме. Слушай. Куда дальше? Следуем плану. Слушай. Да. Осторожно. Надеюсь, не замечет меня. Сейчас ждем. И потом троих вот так вот расстреляем. Расскажешь подождать какое-то время. Их тут по идее пятеро. Кстати, есть идея, ну, не, давайте вначале первоначальному идее идти. Да, долго не надо приходится ждать, когда все действия произойдет как нужно. Ну вот, уже один идет, сейчас второй придет. Наверное. Может, сходить пюрешку готовую взять и селедочку под майонезиком? Ну ты с хлебом можешь поесть. Блин, ой, нифига себе, граната летит. Еще очко в нашу пользу. Блин, отдайте ножик. Пока он смотрит в эту сторону, прибьем вот так. Серьезно? Скоро здесь будут немцы. Нужно их задержать, чтобы комиссар успел увести местных. Если фашисты пройдут, то только через мой клуб. Так, отлично. Надеюсь, шеф тоже с ними. Не терпится его пристрелить. Спасибо, что подержал. Здесь. Где наша не пропадала? Я не подведу. Нам нужно что? Нам нужно, во-первых, аптечку найти. Во-вторых, навык сделать. Подавление. Ну, подавление не говно, на самом деле. Вот это длина очереди, вот это интересней. Это мое. Сделаем то, зачем пришли. Глядеть в оба.
готовиться к обороне, только вот, к сожалению, у нас мин-то нет. И вот и нет. Ни черта. Прикольно, автоматик. Сделаем то, зачем пришли. Подумаешь, рано. Не зевать. Так держать. Кто не рискует, тот не выигрывает. Здесь. Наша не пропадала. Нужно перевязать рану. Долг зовет. Дай посмотрю. Как держать? Здесь. Здесь. Блин, так кто-то бежит ко мне. Долг зовет. Всем пригнуться. Вперед! Враг разбит. Это мое. С одной стороны, мы уничтожили. Ждем с других сторон. Да, блин. У нас есть работа. Я не подведу. Все, 7 секунд с этой стороны. Там у нас заминировано, так что там можно не беспокоиться. А вот здесь можно еще бомбочку положить. Тихо. Следуем плану. Покажем гадам, как драться. Блин, это было опасно на самом деле. Верная финка.
Мины. Командуйте. Покажем гадам, как драться. Блин. Есть. Следуем плану. Эта царапина меня не остановит. Я на это сильно надеюсь. И тебе патроны нужны. Надеюсь на это. Командуйте. За мной. Опс. Ой, тут собачка, смотрите-ка. Блин. У меня есть аптечка? Блин, сюда реально нужен был чувак, который с аптечкой. Команды. Надо было выспаться. Ох, как я зла. У нас ни черта не осталось, да? Что-то маловато как-то мин, надо больше. Не так уж и больно. Так держать. Подумаешь, кровь. Вперед. Так разбит. Осторожно. Ух, с этой стороны, да? Нифига, кстати, тут врагов, блин. Смотрите, еще толпа идет. Там по таймеру ли смотреть. А, его вот так убили. Отлично. Мины, мины, мины. Хоть какие-нибудь мины есть? Я не могу сохраниться. Опа-на, враг. Огонь. Ну все, похоже, мне жопа.
О, сделайте бочку 10 раз. Ух, нифига себе, все отбил. Ой, покойники. Зобель. Прекрасно сражались. Настоящее удовольствие встретить такого противника. Но сейчас вы сложите оружие и сдадитесь, потому что в противном случае эта милая фройлайн умрет. Ах ты, подонок. Считаю до трех. Айнс. Вот значит, как сражаются благородные арийские воины. Прикрываясь детьми... Что вы, фройлайн? Я не воин, а всего лишь чиновник. А вот вы настоящая фурия. Цваль. Прошу, у него моя дочь. Почему она должна из-за вас умирать? Трусы. Командир, придумай. Ну, это вопрос еще, кто здесь трус-то. Ну. Боюсь, у нас нет выбора. Не сделаем, как он хочет. Партизаны навсегда потеряют доверие населения. Отпустите заложников. Мы сдаемся. Да ладно. Что же он творит? Заложников все равно не отпустят. Герой, мать его. Действительно, герой. Мать его. Все сборы, получены достижения. Значит, это последний наш этот полковой. Ну ладно. Блин, а самое главное, я же ничего не взял. Ёпрсте. Ладно. Что же они так долго не возвращаются? Вдруг они попали в беду, кто-то ранен. А я сижу здесь и ничего не знаю. Вот же ж бабье племя. Задержались на пару часов. Она уже и сама извелась, и всех вокруг изводит. Будем спасать их. Вернутся они. Небось, заплутали в трех соснах. Вояки. Или от жадности. Насобирали столько трофеев, что никак не дотащат. Вот-вот. Если не появятся к утру, дождемся Гаврилыча с новостями. Тогда и будем решать, как быть дальше. Да я понимаю. У меня дурное предчувствие. Прямо душа не на месте. Так, ну давайте посмотрим, что скажут. Кто? Как же? А если не видели, надо захватить языка. Он нам все скажет. А ну, цыц. Языка он собрался захватывать. А что значит язык? И толковая. Ладно, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. На этом все. Всем спасибо, всем до встречи.